области очень одаренные боксеры. Дошел до полуфинала, и теперь Бекзат Нурдаулетов будет, скажем так, экзаменовать своего молодого оппонента. Конечно, Нурдаулетов фаворит, но у Абдыкерима свои козыри. Очень техничный, прекрасно чувствует ринг, хорошая работа ног. Посмотрим, как будет действовать. Конечно, Бекзат будет работать первым номером. Он попробует, скажем так, расшатать защиту своего соперника, потому что на правах старшего и опытного коллеги он будет видеть минусы своего оппонента. И, кстати, Бекболат Абдыкерим является родственником известного спортивного журналиста Алмаса Манапа из газеты «Егемен Казахстан». И Алмаз рассказал о том, что парень одаренный во всех смыслах, скажем так, даже работал в качестве дизайнера. А сейчас учится в спортивном колледже имени Хаджимухана Мунайтпасова. Пытается захватить инициативу в этом противостоянии Бекболат Абдыкерим. Осторожничает. Стараясь работать вторым номером. Очень непросто ему приходится. Все-таки против него чемпион мира, который до этого весит до 91 килограмма. Себя пробовал. Смена в весах, конечно, положительно отразилась на Бекзате Нурдаулетове. От него ждут медали. В Токио. Желательно, конечно, золото. Сам он говорил о том, что о профи и не задумывается, потому что задача именно первое место на Олимпиаде. В статусе чемпиона мира других задач не может быть. Поэтому Нурдаулетов ставит только максимальную цель перед собой. У него хороший тренерский штаб. Он совещался перед тем, как себя попробовать профи, учитывая вот эту паузу длительную из-за пандемии. Бекзат решил попробовать себя на новом уровне, чтобы подготовиться к чемпионату Казахстана. Хорошо попал Нурдаулетов, но его встречает Бекболат Абдыкерим. Бекзат может боксировать еще лучше, потому что его вполне можно назвать молодым, который только прогрессирует. И я надеюсь, что он сможет закрепить свои позиции, свои весовые категории на мировой арене. И Олимпиада, конечно, поспособствует этому. Хорошо замахивается Нурдаулетов. Ждет, выжидает подходящего момента. Теперь джеб метит точно в голову. Джебы у Бекзата тоже опасные. С наскоками действует. Пытается прессинговать Бекзат Нурдаулетов. И Бекболат пробует, пытается не теряться в практических ситуациях. Абзала Куттыбекова, Хамшибека Куткабаева, капитана сборной Казахстана и Айболды Дауренову. Боксер из Мангистауской области будет встречаться с Нурланом Сапарбаем из Туркестанской области. Несколько поединков, они очень интересные. Пытается хорошо перемещаться, работать на ногах Бекболат Абдыкерим. Но Бекзат очень такой хитрый боксер. Видит своего противника, читает его дальнейшие действия и легко ловит его, доставая джебом, затем уже своей коронной левой.
А она у него любого соперника может потрясти. Снова левая от Нурдаулетова. Плавно переходит джеб, затем снова левая. Вот такой вот чемпион мира из Казахстана. Техничный, быстрый, хороший тайминг. Чувствует дистанцию, чувствует соперника. Знает, как нужно действовать в дальнейшем. Видит минусы. Бекболат в концовке хотел прибавить, забрать. Именно концовку второго раунда. Но гонг остановил боксера из Туркестанской области. Мырзагали Куланович подсказывает своему воспитаннику. Хорошо попадал во втором раунде Бекзат Нурдаулетов. Активно шел на пролом на своего соперника. Но вот в этом конкретном эпизоде Бекболат легко подловил своего соперника и пошел вперед. Конечно, нужно опасаться Бекзату. Соперник хоть и молодой, но не из робкого десятка, это точно. Вот такие вот тычки. Попытка в корпус попасть от Бекзата. Джеб. Пробуют уже двоечками работать. После этого в серию переходят. Прессингует Бекзат. Хорошая работа ног его отличает. Корпус попадает и, кажется, в голову. Снова прессинг. Нурдаулетов корпус пробовал попасть. Да, нелегко, конечно, подловить Бекболата Абдыкерыма. Учитывая динамику этого боксера, хорошо он перемещается по рингу. Свои плюсы, конечно, у Бекболата есть. Снова джеб. Хорошо попал в корпус Бекболата Абдыкерым. Ну и Бекзат вновь наступает. Пробует подловить. Не поддается его соперник. Снова парочка ударов от Нурдаулетова. Бекзат снова активен. Точное попадание от Бекзата. Еще один удар. Хорош. Вот так вот плавно забирает преимущество Бекзат Нурдаулетов, поэтому концовка именно за ним осталась. Нельзя сказать, что
Бекпулат чистую проиграл. Нет, он пробовал, он пытался. Но перед ним, конечно, соперник более высокого уровня, титулованный. Поэтому сам поединок можно рассчитывать, рассматривать как хорошую школу для Бекпулата Абдыкерыма. Он уже приятно удивил специалистов тем, что прошел полуфинал, стал призером. Бекзат Нурдаулетов, поздравляем его с выходом в финал. И следующий бой. Бауржан Байгуншеков против Нурбека Оралбая. Нурбеку 20 лет. Представляет нашу столицу. Чемпион мира среди молодежи в 2018 году завоевал эту медаль.